погоне за независимостью и стремлению к эмансипации представительницы прекрасной половины человечества утратили то, что более всего в нас ценит мужчины, а именно женственность. И недостаточно просто сказать себе об этом, необходимо действовать. По словам специалистов, утраченную женственность может вернуть только приобщение к прекрасному, а именно к искусству, музыке, рукоделию. Также к одному из таких действенных способов относятся танцы, например, в стиле бурлеск. Поклонницы этого направления относятся к бурлеску не только как к танцу, но и как к образу жизни. Обращаясь к эпохе ретро, они черпают оттуда грацию, умение вести себя, кокетство, все то, чего нам так не хватает, чтобы быть женственными. Для того, чтобы научиться танцевать в стиле бурлеск, для начала необходимо подобрать образ. На занятиях можно научиться макияжу, прическе и создать законченный образ. Сегодня вообще, в принципе, мы танцуем разные танцы, даже те, которые вообще не попадают в нашу эпоху, для того, чтобы научиться себя гармонично чувствовать в том образе, который мы создаем. Сейчас это очень модно, люди стали покупать одежду в стиле ретро, но при этом идет обычная современная девушка в таком немножко расхлябанном достаточно внутреннем образе, всего лишь нацепив на себя винтажную шляпку. Мы стараемся двигаться дальше и учить вас не только что-то носить, но и еще чувствовать себя в этом гармонично. Так как танец развивает в нас пластичность, грацию, женственность и сексуальность, ему уделяется большое количество времени. Но не все. Также в школах для женщин проводятся различные семинары, посвященные познанию себя и раскрытию женственности, тематические прогулки и, конечно же, конкурсы и выступления для тех, кто хочет продемонстрировать свои достижения. Out to dinner with a gorgeous singer to a little place I found down by the quay. Her name is Patricia, she calls herself Delicia, and the reason isn't very hard to see. She says God made her a sinner just to keep those fat men thinner as they tumble down in heaps before her feet. They hang around in groups like battle-weary troops. One can often see them queuing right down the street. You see, Patricia, or Delicia, not only is a singer, she also removes all her clothing.